Этот автомобиль с зеленым регистрационным госномером погранкомитета – настоящая дозиметрическая лаборатория на колесах. Машина напичкана всевозможными датчиками и сканерами, позволяющими контролировать окружающий радиационный фон прямо во время движения. При необходимости, и это основная функция автомобиля, можно создать дозиметрический контрольный пост проезжающему госграницу транспорту внезапно и на любом участке дороги. С помощью специального выносного оборудования пограничники могут проверить машину и водителя на наличие запрещенных предметов, излучающих радиацию. Из практики, например, нарушители везут контрабанду компасов. Умный радиационный металлоискатель обнаружит запрещенку, где бы ее ни запрятали. Фактически на этих кадрах обкатка умной техники, что называется, боевыми выездами. В автопарке Сморгонской погрангруппы интегрированная мобильная система обнаружения, это официальное название комплекса, появилась в декабре прошлого года. Данный интегрированный мобильный комплекс будет применяться в пограничных рядах как стационарных, так и подвижных. По стационарном состоянии будет применяться в пограничном ряде КРП для остановки, проверки документов лиц, въезжающих в пограничную территорию, а также и сканирование данного лица и транспортного средства на предмет выявления каких-то радиационных веществ или материалов, которые он перевозит или пытается перевести через государственную границу или ввести в Республику Беларусь. Почему именно у нас? Потому что в нашем участке находится белорусская атомная электростанция, к ней очень большое внимание. Данная интегрированная мобильная система обнаружения уже с 2021 года применяется и выезжала на боевое дежурство и в районе белорусской атомной электростанции на приграничной территории Островецкого района, никаких превышений радиационного фона выявлено не было. Что в очередной раз подтверждает, белорусская АЭС самая надежная и безопасная в мире.